Перед Днем Победы ученики и учителя Мариинской гимназии стали участниками предпраздничного флешмоба. Они исполнили знаменитую песню «Солнечный круг» и запустили сотни желтых шариков в небо. Хотя песня считается детской, слова в ней серьезные и говорят о самом важном на Земле, о том, как сильно хочется жить и о том, что страшная война не должна повториться. Мы сейчас пели песню «Солнечный круг». Эта песня была о Великой Отечественной войне, где очень много погибло человек. Поэтому 9 мая буду участвовать в бессмертном полку. Подобные акции гимназистами проводятся уже не в первый раз. В прошлом году учащиеся Мариинки вместе исполняли песню «День Победы». Директор гимназии Инна Цветкова надеется, что такие акции станут со временем школьной традицией. У каждого в душе это находит очень позитивный отклик, и у детей, и у учителей это наше спасибо всем тем, кто для нас это мирное небо обеспечил на сегодняшний день. Военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в гимназии уделяется большое значение. Учащиеся знакомятся с боевыми подвигами героев войны, посещают места сражений. Еще одной традицией гимназии стали поездки в Волгоград в канун Дня Победы. Нам посчастливилось выполнить такую еще очень почетную миссию. Это доставить капсулу с священной землей из Волгограда к нам сюда, на родину, в Ульяновск. Земля взята с Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы велись ожесточенные сражения. В Волгограде перед глазами гимназистов открылись легендарные страницы истории войны. Нам удалось прочувствовать вот этот вот весь патриотизм, всю гордость, всю благодарность нашим предкам, которые отдали свои жизни за наше счастливое будущее. А в День Победы ученики Мариинской гимназии с учителями и родителями собираются выйти на шествие бессмертного полка с портретами воевавших прадедушек и прабабушек, да и просто тех, кто смог отстоять право на мирную жизнь. Данила Ноздряков, Павел Макаров, новости дня, Ульяновская правда.